Приветствую вас, геймеры, меня зовут Дмитрий, мы продолжаем играть в Weapon 4 Plume HD, англо-испанская война. Предстоит нам, так. Ущаков, Сидней, это единственные мои адмиралы. Остальных придется просто тупо из-за того, что у них хп есть назначение. Вот. А вон можно ага назначить. Можно назначить еще Жордана. Вот нормально. Поперли, короче. Так, Нельсона давайте вот сюда перебросим. Ушакова. Остальных туда. Товарищи. Прессанем карабину. Предупредительно. 5 хп все сняли, капец. Так, я попробую атаковать в лоб сейчас. Все. Теперь можно в занижение морали попробовать пойти. Ну-ка. Жордан и компания все равно сносят мало, поэтому можно вообще забить. Так, вот этому тоже. Кораблю. Мачи грави. Все, гравина убитый. Неплохо получилось. Да. Там какой-то корабль пошел еще Нельсона прессовать. Надо быть поосторожнее. Потому что если Нельсона убьет, то проломится. Между тем мы уже убиваемся приятелем. Французы пока ничего не делают. Это хороший знак. Мясом сможем спокойно снести. Так. Шуков убил Уарте. Короче, закрываем тут своим мясом и не пускаем приятелей к позиции. И тогда все будет просто зашибись. Нельсона пока качнем. Подожди, корабль французский. В атаку попер, давай. Сиднеем тут. Один тревель не сможет ничего изменить тут, поэтому... Совсем. Ты хренью страдать все. Клинглудов только убили. Печально. А мы сейчас хитрожопим. Бам и все.
Прекрасно. На этом все. С вами был Дмитро. Подписывайтесь на канал, делитесь видео, ставьте пальцы вверх. Всего доброго, всем продолжаем прохождение. Помните, что все самое интересное еще впереди. Thank you, guys!